Потом у нас вернулся очень ценный наш старый кадр, который 11-12 лет у нас работал, потом ушел на 10 лет. Ну, жизнь так все, знаете, все же по спирали идет, и спирала закончилась, и она вернулась назад к нам. Это наш любимый учитель химии и биологии и начальный класс, и Ольга Станиславовна. Думаю, что многие из вас знакомы с ней. Многие из вас не знали, что до открытия Буратино она работала у нас здесь. И она тоже мой кадр, кстати. Наша звезда, певица, которая не дает мне микрофон, Лилия Михайловна.